Участвуют в специальной военной операции, опять же, очень много наших ребят. Очень много ребят, и, к сожалению, мы уже имеем потери в этой специальной военной операции среди наших земляков. Давайте всегда будем гордиться тем, что селу уже через 2 года будет 240 лет, но и на все этих протяжении 2,5 веков было только гордость за наших людей, за наших медведчан, афинчан. И так, чтобы мы вас поздравляем вас.